lo sa. Знаете, una volta, как-то раз, когда мы были уже в Канаде, per il mio compleanno, отец устроил в мой день рождения большой праздник, alla quale на который пригласил всю школу. Tutta la scuola. Не только мой класс, classe, tutto, а всех 400 детей. Per l'occasione, по этому случаю aveva fatto он пригласил большой оркестр. Aveva anche заказал даже артистов, переодетых клоунами. Я припоминаю, он заказал 10 огромных тортов. 10. Он купил несколько пони, даже пригласил из Италии знаменитого футболиста, чтобы тот раздал автографы. Одно плохо. На праздник не пришел никто. Но почему? Просто потому, что именинником был я, сын Кармена Рибейра. Человека, у которого были проблемы с законом, о котором писали все канадские газеты. Все до одной газеты. Вот почему.